В 26-й школе торжественно открыли класс Николая Майорова. В этом учебном году исполняется 100 лет со дня рождения известного поэта и выпускника школы. 3 сентября на линейке звучали стихи автора и отрывки из его биографии, а в небо выпустили большой шар со стихотворением Николая Петровича. И до сих пор мы помним его стихи, мы знаем их наизусть. Вы посмотрите, как читал наизусть стихи Майорова депутат Государственной Думы Валерий Викторович Иванов. Он знает его всего наизусть. Это был поэт очень большой силы поэтической, и он обещал вырасти в большого поэта. Такая печаль, такая боль, что он ушел так... погиб так рано. Биографию Николая Майорова здесь знают, пожалуй, все ученики. И о том, что в октябре 41-го совсем юным ушел на фронт, и о том, как 22-летним погиб в Смоленской области. Класс поэта Майорова – это небольшой кабинет-музей. Здесь даже есть парта, за которой предположительно мог сидеть поэт. К ней школьники возложили цветы. Именно в этом кабинете, это точные данные архивные, в этом кабинете номер 10 Коля Майоров первые стихи свои писал на занятиях литературного кружка, делился с ребятами, своими одноклассниками. И вот здесь вот включали они свечи с учителями, с Верой Михайловной, с любимой ученицей. Он читал эти стихи. Это очень большая гордость, что у нас такой выпускник. В связи со столетием именитого земляка этот учебный год объявлен в школе годом Майорова. В учебном учреждении запланирован целый ряд мероприятий. Будут проводить конкурсы чтецов, писать стихи, обсуждать творчество поэта, съездят в школу по обмену с юными жителями села Карманово, где в братской могиле захоронен поэт. Мария Метлицкая, Антон Осипов, РТВ Иваново.